В пилотках с плакатами, флагами России и Татарстана вот так торжественно решили проводить фуру с необходимым для военнослужащих грузом председатели территориальных общественных самоуправлений. С первых дней уже вот как бы каждый раз вот приходим сюда поддержку. Знаете, это же ведь душа так за них тоже болит, что мы здесь, а они там. Автозаводской всегда активно участвует в этих мероприятиях, поэтому желаем нашим воинам скорейшей победы, возвращения, меньших потерь. Жители Комсомольского района не только помогают городу собирать гуманитарную помощь, но и отправляют ее самостоятельно. «Будем до тех пор в тылу, пока в этом будут нуждаться наши солдаты», отметила председатель ТОС 10-го комплекса. Плетем сети, делаем свечи, вещи собираем, деньги собираем, будет это, может быть, нескромно, но люди приносят, кто как может. Это радует, что у нас есть такие добрые, неравнодушные наши жители, которые даже мы их не просим об этом, они сами приходят и говорят, вот мы готовы сами оказать какую-то посильную поддержку, и это говорит о том, что мы неравнодушны, это говорит о том, что это делается от чистого сердца. С пожеланиями доброго пути и под аплодисменты неравнодушных челнинцев водитель отправился с грузом необходимых вещей к военнослужащим. Лисан Габдрашитова, Артем Колесов, новости Челны ТВ.